Администрация города Чебоксары совместно с контролирующими органами решили проверить рабочие места, где возможны схемы выплат серых зарплат. Первой территорией проверки стал центральный рынок столицы Чувашии. Как только комиссия зашла на рынок, многие прилавки мгновенно опустели. Некоторые мини-магазины закрылись совсем. Все это наводит на мысль, что на этих рабочих местах не все в порядке с документами. Сейчас на сотрудник прокуратуры вам вопросы задаст. Вы являетесь индивидуальным предпринимателем? Да. Ваше свидетельство можно? А вот этот мужчина кем является? Ваш работник? Да. Пройдясь по торговым рядам, представители комиссии детально проверили условия найма работников. Вовсе отсутствует трудовой договор. Во-первых, есть проблемы в самом трудовом договоре, где в условиях не предусмотрена зарплата. У нас должно было быть по закону больше, чем минимальный размер оплаты труда, на сегодняшний который она составляет 6204 рубля. Но мы в одной торговой точке нашли, в трудовом договоре указано 4500 рублей. Перечень нарушений трудового законодательства будет передан в прокуратуру города. Степень вины определят представители именно этого ведомства. Если окажется, что трудовой договор составлен незаконно или зарплата нелегальна, то работодателям грозит штраф от 1000 до 5000 рублей. На первый взгляд, не очень большие деньги, но если нарушения будут повторяться, мера воздействия изменится. На рынке нашлись и те, кто подобных проверок не боится. Я являюсь предпринимателем достаточно давно, то есть с 2002 года еще, и уже знаю всю систему налогообложения, и поэтому не составляет труда выполнять все требования, так вот, не нарушать. Подобные рейды в ближайшее время пройдут по всем предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания города. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика.